История астрономии, да, пожалуй, и вся история человечества – ничтожный миг в существовании Вселенной. Поразительно, что за этот миг человек успел прийти к пониманию устройства мира и его развития. Начиналось это с туманных проблесков мысли, скорее образов. Они не так уж наивны. И в самом деле, важно ли, что человек в своем младенчестве считал Млечный Путь струйкой молока из груди богини, вскармливающей Геракла? Ведь это знак, веха в поиске примет закономерности, порядка. И не случайно человек тогда ощущал себя центром всего. Он видел в этом главный признак упорядоченности мира. Когда в поэзию и философию его воззрений вошла математика, он смог очертить контур родной планеты, накрепко связал понятие «порядок» и «вселенная» в едином слове «космос», и центром всего стала уже Земля. Но математика все увереннее выводила человека на путь достоверного познания устройства мира и тех законов, по которым он существует. Так человек пришел к открытию действительной Вселенной и узнал свое истинное место в ней. Сейчас нам предстоит мысленно увидеть, как, по нынешним представлениям, устроена Вселенная. А понять, почему она устроена именно так, как есть, нам поможет закон всемирного тяготения. Ведь действие тяготения и придает космическим телам форму, а их движениям устойчивость, отчего системы тел приобретают определенное строение. Вот ближайшие примеры. Шарообразная форма Земли – свидетельство постоянной направленности сил тяготения к центру ее массы. Траектория Луны – свидетельство постоянства соотношения сил тяготения земного и лунного, направленных в точку их равновесия, в общий центр масс Земли и Луны. То же самое мы видим в движении вокруг Солнца любой из планет. Такой упорядоченности нет в движениях астероидов, комет и других мелких и мельчайших тел. На них, кроме тяготения Солнца, сказывается тяготение планет, причем соотношение сил не бывает постоянным. Вот почему, говоря о строении Солнечной системы, мы обычно имеем в виду само Солнце и вокруг него устойчивое подобие диска, что образуют планетные орбиты. Расплывчатое облако малых тел представлено сейчас на экране лишь одной кометой для сопоставления. Итак, Солнце и планетный диск. Чем обусловлена неизменность такого строения на протяжении миллиардов лет? Конечно, силой тяготения Солнца. Неудивительно, в солнечной массе сосредоточено почти все вещество системы. Сделаем такой вывод. Чем неоднороднее распределено вещество в системе тел, тем устойчивее эта система, тем определеннее ее строение. Солнце – типичная звезда. Оно состоит из плазмы, раскаленного, полностью ионизованного газа. Такое состояние вещества преобладает во Вселенной. Его излучение и позволяет нам видеть ее строение. Об этом уместно подумать сейчас, когда мы удаляемся от нашей звезды, и скоро она будет неразличима среди десятков миллиардов звезд ей подобных. Все они обращаются вокруг единого центра, галактического ядра. Мы теперь движемся по направлению к нему, чтобы увидеть, каков источник силы, управляющий движением столь чудовищного количества тел. Звезды и звезды повсюду. Даже там, где мы их не видим, они есть. Только свет их не проходит сквозь толщу космической пыли.
Очевидно, что по сравнению с Солнечной системой, вещество в галактике распределено значительно однороднее. Следовательно, галактика – менее устойчивая система. Да, траектории звезд в ней сложнее, чем орбит планет. Ведь каждая звезда подчиняется тяготению не только галактического ядра, но и соседних звезд, особенно ближайших. Поэтому очень часто звезды входят в состав систем различной сложности. Самый распространенный случай, простейший, когда две звезды движутся вокруг общего центра масс. Расстояние каждой звезды от этого центра определяется соотношением масс. Такие системы весьма устойчивы. Достаточно устойчивые тройные системы устроены так, что две звезды движутся рядом друг с другом, а третья в отдалении, воспринимая их как одно массивное целое. Системы, где число звезд превышает несколько десятков, принято называть скоплениями. Их два вида. Скопления рассеянные не имеют определенной формы. В них еще не успел установиться общий центр масс. Они еще молоды по космическим масштабам. Их типичный возраст — сотни миллионов лет. В них очень часто встречаются звезды именно такого и меньшего возраста. Рассеянные скопления, они показаны точками на этом разрезе галактики, расположены вдоль плоскости ее экватора, где находится слой межзвездного газа и пыли. Из этого вещества звезды рождаются. Строение рассеянного скопления не остается неизменным. Взаимодействие звезд приводит главным образом к тому, что они все сильнее сгущаются к центру. В очень старых скоплениях, шаровых, этот процесс привел к наиболее наглядному результату. Развитие неоднородности распределения вещества постепенно породило мощный источник тяготения. Какой? Приближаясь к центру, мы долго не сможем различать там звезды по отдельности. Нам будет казаться, что мы видим единое, массивнейшее тело. Но в конце концов убедимся, что источником сильного тяготения может явиться не одно тело, а общий центр масс совокупности многих тел. Траектории движения звезд в этом случае весьма сложны. Движутся и сами звезды, и плоскости их орбит. Но эти сложные движения отличаются упорядоченностью от того, что соотношение сил тяготения в системе неизменно. На пути к галактическому ядру нам все чаще будут встречаться газопылевые облака. Погружаясь в эту темную дымку, мы оказываемся там, где вещество распределяется в пространстве с наибольшей однородностью. И это самое неустойчивое его состояние. Любое случайное сгущение окажется источником тяготения. На него начнет падать окружающее вещество, наращивая массу. В результате начнется разогрев, родится звезда. Рядом другая, еще и еще. Возникнет рассеянное скопление. Что дальше, мы уже знаем. Итак, вывод. Где однородность, там неустойчивость. Впереди новые облака. Выйдем из толщи галактического диска, чтобы взглянуть на ядро галактики издали.
Там очень много газа и пыли, необычайно высокая плотность звездного населения. Если там и есть какое-то массивное тело, его роль как общего центра тяготения невелика. Гораздо важнее роль тяготения коллективного. Над звездной равниной галактического диска тоже звезды, много шаровых скоплений. Все это составляет сферическую часть галактики, самую старую. В нее и погружен галактический диск с его более молодым населением. На нашем пути мы рассмотрели последовательность систем, где все меньшее и меньшее значение имеет тяготение центрального тела и все важнее роль коллективного тяготения. Наиболее ярко она проявляется в галактике в целом, например, в таком явлении, как совместное колебание множества тел, распространяющееся по галактическому диску волной уплотнения. В этой волне все тела остаются по существу на своих местах, только немного сближаясь и уплотняясь на короткое время. Для наблюдателя эта волна – постоянный узор из вечно сменяющихся в нем объектов. Когда проходящая волна уплотняет газопылевые облака, в них резко ускоряется процесс зарождения звезд. В плане форма волны напоминает водоворот. Благодаря блеску молодых звезд, крупных и ярких, ветви такой спирали видны на огромных расстояниях. Мы продолжим наш путь в новые дали, покидая нашу галактику. Изображение ее сейчас поневоле условное, ведь мы не знаем, как она выглядит со стороны. В этих новых масштабах проявляется все та же закономерность действия тяготения. Галактики группируются в системы. Системы эти имеют разную населенность, от нескольких галактик до многих тысяч. Все это скопление галактик. Присматриваясь к взаимному расположению скоплений, мы убедимся, что пространственное распределение вещества на этом уровне намного однороднее, чем на низших. И все же заметно, что множество скоплений образует еще более крупную систему – сверхскопления. Удаляясь от сверхскопления, мы увидим, что и оно не единственное. А все, что мы до сих пор видели, образует в пространстве нечто, напоминающее сеть. Более крупных образований, вероятно, во Вселенной нет. Если бы мы, подобно древним астрономам, попытались создать глобус Вселенной, он мог бы выглядеть примерно так. Остается только отметить, что в этом масштабе вещество распределяется в пространстве по существу однородно. Но вспомним, где однородность, там неустойчивость. Что же это может означать применительно ко всей Вселенной? Исследование, которое выполнил в начале нашего века советский математик Фридман, основываясь на теории тяготения Эйнштейна, показало, устойчивость, неизменность для Вселенной невозможны. Вся ее материя была сгущенной, сжатой. Потом началось расширение, а за ним могут последовать либо новое сжатие и новые подобные циклы, либо непрерывное расширение со скоростью вечно убывающей. После исследования Фридмана прошло несколько лет,
и американский астроном Хаббл, анализируя связь между расстояниями до далеких галактик и красными смещениями в их спектрах, установил, что галактики удаляются от нас со скоростью пропорциональной расстоянию. Вселенная расширяется. Так было открыто самое грандиозное и величественное из всех явлений природы. Представим себе несколько скоплений бусинками на резиновой нити. Равномерно растягивая нить, мы увидим, чем дальше скопление от середины, тем быстрее они движутся. Теперь убедимся еще и в том, что центром расширения могло бы оказаться любое скопление. Закон движения для всех один. А это значит, что особого, избранного центра у расширяющегося пространства нет. А каковы реальные скорости? Наибольшие у квазаров, судя по красному смещению, близкие к световой. А расстояние квазаров от нас во времени — миллиарды лет. Это самые ранние из наблюдаемых образований во Вселенной. Несколько ближе к нам — радиогалактики. Мы видим сейчас двойное изображение таких объектов, созданное и световым, и радиоизлучением. У галактик, близких к нам и во времени, и в пространстве, наименьшее красное смещение. Это позднейшие объекты во Вселенной. Позволив нити сжаться, вообразим исходное состояние Вселенной. Невероятно сжатое и горячее. В ней преобладало не вещество, а излучение огромной силы. Оно заполняло пространство, непрерывно расширявшееся, отчего само как бы остывало. Росла длина его волн, и в наше время это уже радиоволны. Что ожидает Вселенную дальше? Получив начальный толчок, она расширяется по инерции, против которой действует тяготение. Исход их противоборства зависит от величины тяготения. Ее можно выразить в количестве вещества на единицу объема, то есть в средней плотности вещества во Вселенной. В наши дни достаточно обоснованной оценки этой важнейшей из величин еще нет. То, что мы сейчас видим на экране, конечно, далеко от пока еще неведомой нам реальности. Мы, как это было уже в древности, видим лишь образ, проблески истины. А истина, как писал Ленин, есть процесс. Поэтому каждое новое поколение будет делать свой вклад в ее развитие.